Туве местный житель предстанет перед судом за совершение преступления сексуального характера в отношении малолетней. Региональным следственным комитетом завершено расследование уголовного дела по обвинению 76-летнего ранее несудимого уроженца села Элегес Тандинского района республики. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. По версии следствия, 2 октября 2017 года около 13 часов обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в дом к односельчанам и, воспользовавшись отсутствием взрослых, совершил в отношении 8-летней девочки насильственные действия сексуального характера. В целях объективного расследования уголовного дела по ним проведены осмотр места происшествия, проведены все необходимые медицинские экспертизы. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый в момент инкриминируемого ему преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, то есть был вменяем. Признаков сексуального предпочтения педофилии у обвиняемого не обнаружено. Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.